Все коллиматоры линейки «Взор» оснащены быстросъемным креплением. Например, у меня в руках «Взор 4». Это коллиматор с интегрированным двойным лазерным целеуказателем и инфракрасным осветителем для того, чтобы установить его на планку Пикатинни. Открываю фиксатор на рычажке, открываю рычажок, устанавливаю на планку Пикатинни, закрываю рычажок, закрываю фиксатор. Если после этого есть люфт, надо отрегулировать винт. Нажимаю на пин, фиксирующий винт, затягиваю винт. Пин должен войти в паз на винте. Все, коллиматорный прицел установлен.